Я знаю, что это голландская оборона. Голландская оборона, это знаете, что такое? Я уже не помню. Гражданская оборона – это когда люди защищают город свой, свой город, в котором они живут и в котором другие живут. Это на благо людей, которые в городе живут. Гражданская оборона – это чтобы охранять деньги. Гражданская оборона – это… Я забыла. Это когда солдаты защищают. От всяких злодеев, от тех, кто хочет напасть. Не обороняется каких-то летающих оборонников. Ну, от чужих людей. У них в броне с оружием целый бункер с оружием, и танки, и машины с пулеметами, и вертолеты, и самолеты с бомбами, ну, и ракетница. Они это делают для блага людей, которые в городе живут. Главное, это которые все кладут.